В Белом доме ждут неожиданного гостя. Дональд Трамп пригласил в резиденцию овчарку. Фото собаки американский президент опубликовал в своем твиттере. По его словам, именно этот замечательный пес участвовал в операции по ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакр Аль-Багдади. Именно эта овчарка, чье имя решили не рассекречивать, загнала террориста в тоннель, где он подорвался при помощи пояса смерти. Пока фото пса – единственное доказательство проведенной операции, ООН запросила у США документальное подтверждение того, что главарь исламского государства действительно был ликвидирован. Пентагон обещает в ближайшие дни раскрыть детали.